Сегодня я вас хочу познакомить с одной очень потрясающей совершенно точкой, волшебной точкой. Называется она Сянь-Индзяо. Это одна из ключевых точек китайской медицины. Еще ее называют точкой женского здоровья или точкой женской красоты. Вы только посмотрите, за что эта точка отвечает. Как найти точку Сянь-Индзяо? Точка Сянь-Индзяо находится на внутренней стороне голени. Мы отступаем 4 пальца от косточки. И вот в этом месте находится точка. Работать с этой точкой, которая находится симметрично на обеих ногах, довольно просто. Надо просто нажать и держать. Секунд 20-30. И все. А еще, помимо того, что мы только что прочитали, эта точка отвечает за эластичность мышц и кожи, будь то на лице, будь то на груди, и за опорно-двигательный аппарат. Видите, насколько это волшебная точка. Всем здоровья и красоты!